В общем, отхил максимальный и на смертный боль на альфу. Охренеть, меня все рексы просто забагали. Это питека бейте. Мега питека. О-о-о. В смысле? Я был убит. Кем он был убит? Не тиранусом. Перед началом ролика, друзья, хочу пригласить вас 16 марта на открытие грандиозного проекта Global Ark Перерождение. Самый революционный и уникальный кластер серверов из всех, что когда-либо были. Впервые объединивший PvP, PvE, а также Full PvP сервера в один огромный мир. Вас ждут все известные карты, плюс новая шикарная карта Вальгуэро. Самые оптимальные рейты X2 на все. Первые 3 дня PvE, режим для комфортного старта выживания. Супер бонусы одиночкам и драйвам, а также подарочная Дина за репосты в паблике ВКонтакте. Переходите, и вы сможете сами в этом убедиться. 16 марта открытие мегапроекта Global Ark Перерождение. Ссылочка на проект в описании к ролику. Ну а мы начинаем. Друзья, всем привет, с вами Морт, это Ark Survival Evolved. И сейчас вы увидите, как мы сходили на боссов. На Мегапитека, на Альфу, Бетта и Каму. Сразу извиняюсь за то, что там немножко громкий звук будет. Ну, не подкрутил чуть-чуть я, мой косячок. Но главное, это опять-таки геймплей, а не мой голос. Поэтому приятного вам просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами Морт, и это игра Ark Survival Evolved. И мы находимся на сервере Arkham, и сегодня, друзья, мы с вами сходим на боссов. Напоминаю, что мы играем на этом сервере вдвоем. То есть этот сезон, медовый месяц, проходим вдвоем, и боссов будем проходить, соответственно, тоже мы вдвоем. Для меня это будет впервые. То есть обычно боссов мы проходили трайбом, а теперь будет немного посложнее. Поэтому сегодня пойдем, скорее всего, пока что на мегапитека. Попробуем пройти легкого и среднего. Рекс у нас, которым вы все на стримах, ребята, давали имена, подросли. Поэтому будет грустно, если они умрут или кто-то из них. Для тех, кто не смотрит стрима, ребята, у нас есть 3 ряда рексов. Одни уже здесь с именами. Вторые вот тут с именами. Они у нас какой-то бракованный, походу. Ангел, а нет, ангел, он летает, понятно. Так, тут у нас, ну-ка, давайте гаммы подбавим чуть-чуть. О, хорошо, как очень хорошо все выросли, ребята. Кроме двух, они погибли каким-то багом, моногаром погиб. И погиб портняшка наш. Вот, кончилось мясо, короче, в кормушках, вот и погибли. Носороги подросли, все остальное тоже. Поэтому сегодня, сейчас мы вкачиваем нашим рексиком статы нормально. Надеюсь, получится их подкачать. Вот зоофил какой-то у нас, да, тут 30 словолов у них. Думаю, более-менее мы сделаем и потянем среднего мегапитек. Опять-таки, нужен, правда, будет один ютиранус. Получится, не получится это сделать, ребят, не знаю. Вот переживаю прям сильно, вдруг проиграем. Ну, если чего, рексы у нас есть, мы спарим и сделаем новеньких. Вот, седло пока есть. У нас есть легендарный принт на рекс, 89 армора. У нас, конечно же, спрятан не на базе. Сейчас я его заберу, сделаем пару седел, снарядим рексов и пойдем. Ну что, ребята, вот как так вот это выглядит, очень смешно. Решили по приколу ее пока выкинуть, пока время тянем. Пока там у нас хрюшка идет к нам, чтобы рексов подхилить. Решили сделать так, чтобы они у нас чуть-чуть поспали, перед боем отдохнули. Не знаю, погибнут, не погибнут они у нас. ХПшка у них варьируется от 24, от 22 до 30, по-моему, 2000 урон. От 480 примерно до 450, то есть не очень сильные. Ютик, конечно, вышел более-менее нормальный. Седло тоже нормальное нашли. Не знаю, как это получится, друзья. Возможно, сольемся прям в ноль. Проиграем, но мы взяли рексов, ребята, ваших. Все их имена. Это Чешир, это Трайк, Нова, Артем, Янтарь, Владимир. Потом еще Жигуль, Саски, Запил тот самый со второго стрима, Рудлер. Короче, ребята, много именных рексов пошло. Посмотрим, кто выживет, кто нет, но скорее всего многие погибнут. Ну, что поделать. Кстати, пока рексики поднимаются один с другим. Ребятки, к вам такой вот вопросик. А вы знаете, как квина можно отхилить моментально за 45 секунд, даже если у него, предположим, там 250 тысяч еды? Как сделать так, чтобы он поднялся полный голод за минуту, там, за 50 секунд? Кто знает, ребята, пишите, там, я знаю, либо плюсик просто ставьте. Ну ладно, все-таки я вам покажу, ребята. Не жалко, но реально, очень многие, кого я знаю, эту тему и фишку не знают. Если как бы так сделается, то, наверное, все-таки я выпущу ролик на минуту, как это сделать. Ну, мало ли, может, кому-нибудь помогу. Короче, отвозим до аддона в какую-нибудь жопу. Ну, недалеко, предположим, от красного обелиска. У него есть хавка. Тут у нас, я на него положил еще луки, ну, неважно, хавка есть.
Главное, чтобы была хавка. И улетаем от него, чтобы он от нас просто вот исчез из нашего взора, радиуса. Вот он исчез еще буквально вот секунд 5 отлетаем, там 5-7 секунд. Чтобы как бы не прошло там немножко времени. Вот, долетели, и в принципе можно разворачиваться. Проверяем сейчас. И к моменту нашего прилета у него должен быть уже полный голод, но он съест буквально вот, наверное, 5-7, а то и 10 мяса. То есть в зависимости от того, сколько еды, голода вы ему прокачали. То есть смотрим. Подходим. У него полный голод, и он сожрал почти всю еду. Вот так вот это, ребята, работает. Вот. Поэтому надеюсь, я кому-нибудь помог. Такая рала, конечно, жесткая. Мне кажется, они сейчас все попадают просто. Вот, по-моему, твой. Где? Вот, 291. Сейчас, за хилю посмотрю. 33 тысячи хп, 453 урона. Вот этот он. Ну, возможно, да. Да, это он. Так, а теперь самое интересное. Ну, пошли отсюда. Сейчас их отхилим до конца и на бету. Ага. Ну, вроде бы я их это поставил. Надеюсь, мулалка пройдет, потому что у нее там хвост наружу. Если нет, будет забавно. Хвоста это не так, конечно. Меня больше интересует Владимир и кто там рядом с ним. Ну, сейчас зато посмотрим. Владимир прошел. Так, стоп. Аккуратно, главное это. Это проверь, они там все нормально идут. Сейчас я там кого-то засветил с собой, нормально. Боюсь налево. Да, я сейчас его загоню. Рексов отвести. Я на пассив поставил. You lost all of your fat flaps. Now your ass is flat and saggy, dangles like a flapjack. Got some wings.
weed, sit back, enjoy your sum. Watch this asshole talking shit up at the podium. Show up in class, strapped with a dildo and a loaded gun. Screen the new Batman, shoot up the auditorium. Causing pandemonium, roll up in a DeLorean. This is where your story ends, and fuck you, Nickelodeon. The government's controlling them. Kids' cranias, they holding them. Corrupting and molding them while you sit back supporting them. Bitch, I'm spitting rockets, Radic vomits on your topic. Smoking chronic, I'm the hottest. Like, bitch, fuck, you're being modest. My flow is faucet, yoga fun, it's on my sausage. Fall asleep, bitch, I'm on it. Why you stuck up in your closet? Dog, I know you barking, but bitch, all I hear is talking. Move, why you Stephen Hawking? Kill him, put him in a coffin. Damn, on that other shit, hit him with a thunder kick. Smack a gay bitch in the face with a rubber dick. Underground and loving it, I pull up in the Hummer quick. I purge a turd on your roof and dip and start running. Bitch, I'm working while you slumbering. Got you stuttering, I'm hotter than the summer is. Now hi, bitch, I am hovering. Don't quit, bitch, I clutter them. Stubborn robber, they muttering. I put your bitch to bed and now she love it when I tuck her in. Так, ну у новой осталось 8,5 тысяч хп. В общем, отхил максимальный и на смертную боль на альфу. Не знаю, весело, мне кажется, будет. Ой-ой-ой. До рексиков чуть-чуть поближе. Вроде бы все заходят рексы. Не, нормально. Сейчас сразу получается, я забираю партию, ты делаешь то же самое. Делаем, в общем, делаем то же самое, только с кабаном. Да. Ох, пожалуйста, заспамься где-нибудь далеко. Так, где лалка? Вот она. Ох ты ж, ё-моё, как он заспавнился у меня. А, нормально. Ай-яй-яй. Вроде бы я всех нормально, нет? Там никто не падает. Вроде идут. Остальных заберешь туда? Да. Нормально заспаунился? Да, далековато. Давай, только аккурат. Меня рексы забагали все. Меня все рексы забагали, ничего не понимаю. Охренеть, меня все рексы просто забагали. Бери любого первого. Вести за собой. Опа, один новый чуть не упала. Новую заберешь тогда? Ну, точнее, знаешь, даже на новую, наверное, прям забей, на новую забей. Просто потом отдельно заберу ее. Тащишь всех? Твою мать, новая упала. Окей, забей, забей, забей. Хрен с ней. Сейчас нужен ты, твой баф. Я стараюсь бежать как можно быстрее. У меня тут трексы немножко неправильные. Тупые макаки, блин. На гигантопитека бейте. Мегапитека. О-о-о. В смысле? Я был убит. Кем он был убит? Нитиранусом. В смысле? Я не знаю. Нормально.
Только хпшка пошла у нее хорошо, более-менее. Все, бафай, бафай, бафай. Угу. Сейчас нужно будет кабана подвести чуть-чуть поближе, на пассивное исцеление бахнуть скоро. Угу. Все, давай баф. Кабаном, да? Да, давай, теперь чуть-чуть поближе к кабану подойди. Ух, это по тебе пролетело? Угу. Пассивная. И чуть-чуть поближе подойдем про капелюшку. Подальше. Хотя... Давай. Вроде бы хилит, надо поближе чуть его к нам. Сейчас. Нет. Да, поближе надо. Все нормально, да. Уходи, беги. Беги обратно. Пока ко мне нет, беги обратно, беги. Камень. Давайте, рексики. На кабана забей, пусть если умрет, то умрет. Как у нас Рекс умер, который был убит вчера. Я тоже, скорее всего, он упал как-то, не? Нет, он был тут. Там может... только новую туда пошла. Да фиг знает. Но новую я загубил, я нажал атаковать цельно, побежала. Ну вот, пофиг, ладно. Ничего страшного. Кабана поближе не надо? А он все, по-моему, не? Я не знаю. Вроде все. Ух. В принципе, я думаю, нормально будет. Убьем. Вроде бы убиваем, да. На крайняк луками набьем. Угу. Да не, они живут нормально. Ну, в принципе, там он кровавый. Рулер кровавый, который там самый этот, как его, дамажный. Угу. Но не так страшно это все. О, все, он на меня загрел, хорошо. Ну, двух рыб потеряли, не так страшно. Не, фигня. Тем более там какой-то мальчик, ну, новая девочка, слабенькая. Ну, новая она была привязка такая. Да, новая там ужас по привязке. Новая она всегда страдала. Так, что-то кабан побежал, я не понимаю, куда, из чего вдруг. Ты ничего не свистел? Ну, атаковать цель. Да, но кабан, походу, побежал. Ну, пусть добивает. Готово. А, смотри, еще Large Tag Wall. Угу. Только громко тут очень. Так, что там у нас? Громко слушай. Очень на боссе. Ну-ка, 2000 хп у него осталось. У Рудлера? Да. О, нормально. У него было меньше 30 хп. Владимир более-менее еще живой. Все, в принципе, живого у Владимира или я нет? Я не понимаю. Я каким-то образом убила Ютюрана. О, этого дьявола. Там в логах прям так и написано. Может, он во мне забагался как-то, но застрял. Одним ударом убила. Вот мы сходили. Немножко там был громкий звук. Там он немножко погромче. Я его не отрегулировал, поэтому меня будет плохо слышно. Но я думаю, главное это процесс, а не то, что я говорил. Поэтому... Я надеюсь, вам понравилось. Вот так вот мы вдвоем прошли этого альфа мегапитека. Можно и в соло, можно сделать это легко в соло, просто катаясь на Ютиранусе. Также ставить кабана и на рексиках более сильных пойти. Все будет изи, ребята, поэтому кто переживал, как мы, все будет нормально. Поэтому, если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте, а также подписывайтесь на мой канал, паблик ВКонтакте, залетайте к нам в Дискорд, нажимайте на колокольчик, друзья. С вами был Мошт, всем пока и до скорых встреч. Юху, первый босс оформлен.